Хорошо. Воздайте слава Богу, это такое прекрасное время. Yes. И сразу поздравим, я так скажу, или так скажем, пригласим, да, нашу виртуальную церковь, нашу большую аудиторию, да, по всей земле. Мы приветствуем вас, благословляем и приглашаем провести с нами это прекрасное служение. Amen. Итак, мы пойдем в слово, и пастор пошел на работу. Сейчас... Моя часть, амен. Итак, дорогие, сегодня я буду говорить об очень уникальном моменте, и я так скажу, что это нужно услышать всем, кто в Боге, всем, кто двигается, всем, кто пытается, я так скажу, служить в разных служениях, которые пытаются двигаться. Другими словами, один еще элемент, который должен быть раскрыт, и я так скажу, что эту тему я назвал «Оттиск Творца». Оттиск Творца. Если Творец сегодня будет, да, Творца напишите с маленькой буквы, потому что сегодня будет о Творце идти, вот этом Творце, который здесь, окей? Okay? Поэтому я так скажу, ребята, да, сегодня пойдет немножко о другом Творце, поэтому сегодня оттиск Творца будет с маленькой буквы. Я так и знал, что они напишут с большой, поэтому я смотрел. Я знал, что они думают, а вы меня все равно не вычислите, все равно не предскажете и не угадаете, насчет чего я буду говорить. Окей, поэтому оттиск Творца. Итак, человек — это такое существо, которое не может не творить. Мы всегда что-то ли творим, или творяем. Послушайте, некоторые люди думают, ну что я творю? Каждая твоя мысль — это творение. Любая, вот сейчас, что в твоей голове проходит, — это творение. Никто из животных этого делать не может. Это может делать только Творец. Мыслить, рассуждать, принимать решения – это Творец. Все слова, которые ты слагаешь, это не инстинкт, это ДНК Творца. Даже как ты слагаешь слова, это уже твое личное творение. Все понимают? Дорогие, я хочу сначала дать идентификацию творению. Мы не можем не творить. Все понимают? 24 часа в сутки даже сны тебе снятся, сотворенные – в процессе дня оно потом возвращается всю ночью. Все понимают? Другими словами, человек не может не творить, поэтому с самого начала забьем этот гвоздь, и я так скажу, что с этого момента мы с вами пойдем. Ты скажешь, вот я не хочу творить. Вот сейчас ты это и сотворил. Ты сотворил безделье, лень, и сотворил очередного лоботряса. Все понимают, да? То есть ты даже захочешь не творить, и это уже творение. Все поняли, да? Потому что это решение Творца не творить. Только Творец может решить не творить. Все остальное движется инстинктами и тем, что надо делать. Все понимают, да? Птички запасаются, там все эти белочки там делают там себе запас, там орешки. Там. Все это инстинкты, они не творцы. Они движутся по программе, которая заложена Творцом с большой буквы, да? Много-много тысяч лет назад. И продолжают делать то же самое. Но не мы. Нам дана настолько уникальная привилегия делать, что мы захотим, или не делать ничего. Все? Это так, кстати, ничего, это тоже творение. Окей? Дальше. С этим все разобрались, да? То есть вот оно, бум, первый фундамент. Идем дальше. Итак, семья, послушайте. Мы создаем что-то каждый день. Наши слова, дела, поступки, результат нашего творения будет зависеть от ингредиентов, из которых мы творим. Но творим, ладно, из чего мы творим? Вопрос не то, что мы творим, или вытворяем, или натворили. Это разные сферы. Это все сферы творцов. Из чего я, ты, все, кто смотрит меня, творят? Из чего ингредиенты творения? Итак, сегодня фокус
на ингредиентах или на оттиске Творца. Окей? Послушай, многие люди говорят, мне это так нравится. О, из этого человека течет чистое слово Бога. Слышали такую чушь? Слышали, да? Я тоже слышал. Не может ни из одного человека течь чистое слово Божье. Потому что, когда оно касается тебя, оно совокупляется Творца с Творцом, и происходит шедевр. Бля, тишина какая. Я хочу разбомбить эту пургу. Ни из одного пророка, ни жившего, ни будущего жить, не будет течь чистое слово Бога. Это неплохое. Это хорошее. Когда Бог хочет сказать тебе чистое слово, Он не нуждается в людях. Он сам тебе скажет. Но если Он хочет, чтобы я служил, Он подразумевает мою персону и мои печати Творца, мои ингредиенты, и поэтому Его откровение, помещающееся в Андрея Шаповалова, выдается оригинально, как я захотел сотворить. Все понимают? И те, кто знают, они видят во мне, например, вот я, ни за кого другого не имею права говорить. Судить могу только себя и рассуждать о себе. Вот я, ты во мне увидишь и мое творение, и его голос. Все понимают, о чем я говорю? Вот это и есть. Пожалуйста, выкиньте из головы, что здесь кто-то ходит, и из него течет чистое слово Божье. Такого нет, не было и не будет. Прочитайте вашу Библию. Ни один пророк не был похож на другого. Один был крепкий, другой сюсюкался, третий захотел вообще ничего не делать. Все понимают, о чем я? Дорогие мои, давайте поймем, что везде будет оттиск Творца и ингредиент твоей персоны, твоей личности. Итак, кто ты? Чистое Слово Божье, оно может входить в тебя, но Бог и подразумевает. Когда Он хочет говорить чисто, Он говорит чисто. И чтобы Ему со мной поговорить, ты не нужен. И чтобы Ему с тобой поговорить, я не нужен. Я нужен, и ты нужен Ему для другой сферы. Чтобы достичь, смотри, чистое Слово Бога сходит, касается меня, какого-то профессора, какого-то доктора наук, и одно и то же откровение Бога через нас, творцов земных, будет выдано абсолютно по-другому. Только по одной причине, потому что Бог хочет через меня достичь тех, через доктора наук тех, и через того ученого вот тех. Все со мной? Поэтому я умоляю вас, перестаньте судить о людях. О, это не для меня, это не для тебя, это для тех докторов наук. Это для тебя, сушняк, а они там сидят в шоке от бомбы. Потому что Бог избрал нас, каждый из нас, это именно сосуд Бога, тара Бога, где сходит что-то от Него, примешивается ко всему нашему, и мы это выдаем. И Богу это нравится. Им Он наслаждается, Творец дает Творцам, и получается шедевр, который невозможно повторить. Одно и то же откровение будет всеми нами. Вот здесь в зале масса людей, которые смотрят нас. Одно и то же откровение будет интерпретировано абсолютно по-другому. Одно и то же откровение. Только потому, что оно касается нас. Потому что оно исходит из нас. Поэтому никогда не бойтесь. О, я вижу в нем еще много человека. Конечно. Я не радио. Я не робот, который выдает запись. Ты будешь во мне видеть много человека до конца моей жизни. Если хочешь Бога, ну тогда я тебе не нужен. Общайся напрямую с Ним. Но все мы нужны друг другу. И нам лично нужен Бог. И нужны люди, которые выдают определенные откровения. Вот именно так нам все это нужно. Есть определенные моменты разговора с Богом, где Он не допустит ни к тебе, ни ко мне, ни одного человека. Он хочет лично, чисто сказать тебе. Вот это нужно быть очень аккуратным. И поэтому человека-поклонники или идолопоклонники, которые бегают за помазанниками, за служителями, они пролетают, потому что они не могут слышать чистого. Им нужен всегда кто-то, по кому они поклоняются. Вот только через него, вот только через него. Мне жаль их. Они упускают самую мощную возможность напитаться от Бога и сделать свой шедевр. Выдать то, что им Бог хочет дать. Смотри. Итак, мы все созданы Богом быть творцами. Творец всегда вкладывает часть себя во все, что Он творит. Знаете, что уникально?
Эти откровения я собирал в процессе даже, знаете, наблюдая. Вы заметили, машины все, в Word машина одинакова. Вы знаете, но каждый дизайнер, творец вкладывает себя туда. Картины пишутся. Вы знаете, что можно узнать от одного артиста картины запросто, если ты понял стиль артиста, все понимают? Ты даже поймешь, даже подпись не будет. Ты скажешь, это похоже, как вот тот делает. Вот именно вот так он кистью бросает. Вот именно вот такие делает движения. И ты видишь, почему? Потому что краски одинаковые, холсты одинаковые, но у всех разные, как сказать, личность. У тебя внутри ингредиенты, которые это делают другие. Поэтому ты шедевр. Ты рожден быть шедевром. Все понимают меня? Окей, смотри. Итак, поэтому частица твоего и моего существа будет прослеживаться во всем, чего мы касаемся. Я коснусь Библии, она будет звучать из меня вот так. Ты коснешься Библии, она будет звучать абсолютно по-другому. Не надо говорить, что кто прав, кто-то не прав. Мы все по-своему правы. Все понимают, о чем я говорю? Мы все по-своему несем свою уникальную вещь. Да, я о многих вещах не говорю, но другие я высвечиваю так, как другие не высвечивают. Все понимают? Другими словами, я нахожу в этом огромном колодце откровений Библии те шедевры, которые Бог указывает, высвечивает их мне. Ты находишь абсолютно другие. Не надо обижаться, что пастор не проповедует насчет того, это не мои шедевры, я этого не касаюсь. На это Бог поставил других учителей. Все понимают? Ну давайте двигаться именно в нашем русле. А почему этому человеку не начать рисовать лица? Что у него природа, природа, природа? Да потому что он не может рисовать лица. Он не рожден рисовать лица. Он Богом рожден рисовать природу так, что никто в жизни так природу не нарисует, как этот артист. Все понимают, о чем я? Вот это оно, оно. Пожалуйста, поймите меня. Это сейчас для взрослых, это для творцов. Это для того, чтобы распознать, что внутри тебя, и понять, как это все работает. Не пытаться быть похожим, иначе ты извратил все. Иначе ты будешь похож, ты всегда будешь дешевой копией. Ты никогда не станешь вот тем артистом, которого Бог поставил делать вот такой арт, да? Или писать вот эти картины. Ты всего лишь будешь дешевая, жалкая подделка того артиста. Поэтому умоляю тебя, найди свой шедевр внутри. Не бойся, что у меня такой характер. Именно через вот это преломление твоего характера вычечет что-то, что ты будешь шокирован, и кого оно коснется. Все здесь? Послушай, то же самое это касается музыки. Гитара одинаковая, струны столько же струн, ноты одинаковые, но будет стоять здесь один играть и другой, это будут две разные шедевры. Никто из них, например, да, не будет играть плохо. Мы не говорим сейчас о людях, которые играют плохо. Я говорю о том, что этот возьмет гитару, она будет звучать абсолютно по-другому. Другой займет, она вообще будет звучать по-другому. Одна и та же гитара. Почему? Потому что Бог вкладывает в тебя что-то, и потом оно выдается. Через тебя оно преломляется внутри тебя и выдается с твоими эмоциями. И именно эту ноту ты хочешь высветить, а эту погасить. И это именно ты, это как ты играешь. Наслаждайся этим. Посмотри. Мы влагаем часть себя во все, что мы творим. Так, это было о хорошем, сейчас о плохом. Поверьте, у нас же, вы знаете, мы идем везде. Послушай. Мы влагаем часть себя во все, что мы творим, если ты личность, которая носит ненависть, гордость, страх, и можно перечислять сюда много-много разных вещей, похоть и зависимости, это все будет частью твоего ДНК-творения. Мы сейчас поговорили о хорошем. Дорогие, есть отвратительная часть творения. Ты знаешь, что чтобы Бог не захотел влить в тебя, оно преломится внутри тебя и вытечет помоя. Помои вытекут, и ты будешь шокирован, как это происходит, потому что ты Творец. И именно из исцеленного или неисцеленного, или из радостного, или грустного, вы заметили, даже человек, ты смотришь, мощнейший музыкант, но когда ему было грустно, он написал вот эту мелодию. Вы заметили? И она вышла настолько уникально, и именно люди, которые были в грусти, в боли, да, они присоединились к этой мелодии. Все понимают, да, о чем я говорю? То есть они услышали что-то в этой музыке. Послушай, итак, мы сейчас пойдем куда-то. Итак, мы влагаем часть себя во все, что мы творим, говорим, делаем, то есть это уже понятно. Итак, если ты личность, которая носит все эти отвратительные компоненты внутри себя, то все это будет частью твоего ДНК-творения. У тебя есть ДНК-творца, и эта ДНК будет отпечатываться во всем. Во всем, в разговоре, в поступках, в мечтах, в словах, в делах, везде это будет вот этот оттиск
Творца, и ты будешь сам поражаться, ну почему я хочу сделать хорошее, а оно вылазит как зараза, оно в конце вылазит как вещь, которая меня славит, например, да, или просто показуха вместо любви. Все понимают, о чем я говорю, да? То есть смотри, смотри, как уникально происходит, потому что ты творец, и ты творишь все, что хочешь. Вот почему дьяволу очень важны люди. Вот почему дьяволу очень важна армия. Вот почему он, как никто другой, охотится за этим поколением и вообще за человечеством. Потому что дьявол в совокуплении с собой, с тьмой в твоем сердце, может творить проекты ада на этой земле. Все понимают, о чем я говорю? Точно так же, начиная от музыки, все зависит от того, насколько тьма в твоем сердце глубока. Эти шедевры будут зависеть. Поэтому, дорогие, давайте будем очень аккуратны. В этой теме есть абсолютно две абсолютно противоположная вещь. Смотри. Итак. Ненависть, гордость, страх будет прослеживаться везде, во всем, что бы ты ни делал, творил или строил. Даже при всем твоем желании творить что-то хорошее, будет внесен элемент гордости, страха или того ингредиента, который обладает тобой на данный момент. Наверное, вы слышали такую пословицу? Хотел как лучше, а получилось? Слышали такую пословицу? Знаете, откуда это? Как всегда, это вот этот элемент, он не дает тебе сотворить что-то хорошее. Вы знаете, даже неверующие люди, абсолютно с Богом не связанные, вот эта пословица, это мирская абсолютно из мира пословица. Хотел как лучше, получилось как всегда. Почему получается как всегда? Потому что завод «Лада» «Мерседес» выпустить не может. Понимаешь? Поэтому там тоже хотят как лучше, а получается... Получается как «Лада», да. Поэтому шутки о машинах пока остановим. Уже некоторые, может, там на «Ладах» едят и наслаждаются этими металлоломом. Так, смотри, итак... Хорошо. Наше машиностроение нужно поддерживать, поэтому покупайте все «Лады», аллилуйя. Хорошо. Итак, с этого момента, смотри, чему ты не прикоснулся, говорил. Итак, картины, песни, проповеди, стихи, все твои высказывания, как бы ты ни молился, что бы ты ни делал в отношениях с ближними, ненависть, гордость, страх, все остальные ингредиенты, которые они будут являться, они станут твоей идентификацией, твоим ДНК-творением. И потом вы заметили людей, которых ты иногда часто обходишь стороной? Он еще ничего не говорил, ты обходишь его стороной, объясни мне почему. Не-не, вопрос. Вот смотри, вот стоит человек, ты его обходишь стороной. Почему? Потому что ты несколько раз встречался с его творением. Все понимают, да? То есть ты еще раз не хочешь спровоцировать его на очередной шедевр. Там уже пусть ваш мозг вас поведет куда-нибудь. Я туда вас вести не собираюсь сегодня. Поэтому, дорогие, я умоляю вас. Почему? Смотришь на одного человека и хочется бежать к нему. Потому что ты знаешь, мы сейчас сотворим шедевр. Обнимем, друг другу благословение скажем, столько вещей вытекло. А другого ты скажешь, ху, и пошел, дела. Почему? Потому что ты не хочешь наблюдать за шедевром, который сейчас будет делаться. Послушай. Смотри. Итак. Хочешь ты того или нет, этот ингредиент, хороший или плохой, будет примешан ко всему твоему творению. Все это понимают? Ко всему. Ко всему. Твоя каша даже будет невкусная, потому что ты с ненавистью ее делал. Твой борщ будет тьфу, потому что там у тебя не было мира. Или в борще не достает самого главного ингредиента – любви. Все понимают, о чем я говорю? Я знаю, когда я ем борщ, и там нет любви. Я знаю. Ты сотворил что-то или сотворила, что не естся. Окей? Okay. Я даже вижу бутерброды, нарезанные без любви. Как будто их кто-то топорами рубал. Надя, жрите. И там все. И я вижу бутерброды, которые с любовью сделаны. Все нарезано ровненько, все уложено пирамидочкой, стопочкой. Везде зелененькая петрушечка, немножко укропчика, дизайн. Ты смотришь, над этим бутербродом кто-то трудился 3 минуты, я его за 2 секунды съел. Но он же с любовью, в тебя любовь вошла. Чья-то. Ты смеешься, это так и есть. Дорогие, наш, все, что мы носим, отражается даже на бутербродах. Вы знаете, что нервный человек, он даже водить машину не может нормально.
Дорогие, все, чего касается больной, расстроенный, нервный, ненавидящий человек со злом, страхом и чем угодно, это даже на его вождении ты можешь ехать. Что за идиот едет впереди меня? Тормоз, газ, ту-та, ту-та. Ты думаешь, лучше объехать это творение? Аминь? Все у нас так, дорогие, ты думаешь, ну и что, что у меня внутри, это, там есть какая-то неполадки. Дорогие, эту неполадку будут видеть все, везде. Твои дети из-за этого ингредиента прятаться от папы будут. Папа дома. Давай папу не спровоцируем на очередной шедевр, потому что вчера еще от шедевра не отошел, от вчерашнего. Спасибо, папа. А папа псих, у которого там психи до сих пор не вышли из него, и он просто детей просто, кто под руку попался, ну все. Шедевр будет готов. Тут нарисовано на заднице все будет. Папа распишется ремнем. Смотри на этом шедевре. Смотри. С этого момента все, что ты будешь творить, ты будешь творить с главным ингредиентом твоей идентификации. Задай себе вопрос. Какой главный ингредиент твоей идентификации? Что сейчас... Не-не-не, стоп. Мы смеемся, улыбаемся, это все нормально. Но сейчас задумайся. Здесь есть что-то очень серьезное. Какой или какие главные ингредиенты, может, это один, два, три, которые составляют твою личность сейчас? Потому что нас сейчас, прямо сейчас, создают какие-то несколько ингредиентов. Вы знаете, дорогие, что те ингредиенты, которые будут составлять нас, они будут высвечиваться везде. Я так скажу, что даже поставив все, я опять же не могу отвечать за других, даже поставив проповеди, да, вот, например, мои, да, например, в ряд выстроить с разных годов, ты увидишь один и тот же ингредиент везде. Все понимают, о чем, да? Ненависть к религии. То есть я могу тебе назвать свои ингредиенты, то есть без проблем. Вы знаете, что у Иисуса в притчах я тоже могу все ингредиенты выложить, все. Разложить просто раз, и все. Вот что он любил, вот что он ненавидел, вот что он терпеть не мог. Вот где он пресекал фарисея, вот где он бич достал. То есть у него четкие ингредиенты. И вот наоборот, что Иисус любил, что он почитал, каких учеников, какие ученики завлекали его, знаете, его внимание привлекали. Окей? Смотри. Итак. Оттиск твоей проблемы или твоего благословения будет виден во всем. Итак, если ты гордый, похотливый человек, который, я так скажу, делает или производит, да, или жаждет самопрославления, самохвальства, да, даже во все, даже твои все хорошие поступки и жесты любви, ты будешь добавлять ингредиент вот этот, чтобы тебя увидели. Ты ничего хорошего не сможешь сделать, чтобы не выставить это где-то на Фейсбуке, на Инстаграме или на Твиттере. Вот мы накормили голодных. Заткнись тогда. Корми голодных и закройся. Вы понимаете, кто, понимаете, о чем я говорю, да? То есть мама Тереза нигде на Фейсбуке ничего не выставляла. Выставляли насчет нее? Нормально. Кто-то понимает, да? Когда о тебе пишут, это классно. Не надо писать о себе. О, как я сегодня покрыл всех. Славой. Своей. Когда я молился, когда молился я, когда я молился. Набух огонь Бога и бомба рванула. Дорогие мои, о чем я говорю? Каждый из вас может видеть себя. Если в тебе этого нет, успокойся, смейся дальше. Посмотри на своего соседа и скажи, хе-хе-хе. Я шучу. Скажи, это о тебе. Не, нормально, у нас таких нет. Это туда, виртуальное все. В центре только святые. Здесь никому это не относится. Это вот там вот все сидят. Это из-за вас у меня такие проповеди идут. Так бы просто о любви все, о любви. А тут надо выходить и говорить, что папа сказал. Хорошо. Это все виртуалы нас напрягают. Смотри, итак, идем дальше. Если ты бизнесмен, и ты раненая личность, то ты все будешь делать из раненого сердца, чтобы всем доказать, что ты не лыком шит. Видели таких бизнесменов? Он пытается всем доказать, а у меня больше, а у меня больше, а у меня я больше, а у меня больше. И в конце концов, этот ингредиент доведет тебя до банкротства, краха и позора. Потому что ты не двигаешься мудро, чисто, с правильными ингредиентами мудрости, совести, чистоты. Ты хапач и грабач. Не потому, что Бог не ставил тебя быть бизнесменом, например. Может быть, ты рожден в теле Бога делать это, и это нормально. Но у тебя примешано что-то, что извращает все, что Бог хочет сюда поставить, чтобы сюда попало Божье. Оно все попадает, извращается и выдается продукт, который невозможно даже смотреть на него. Окей? Смотри. Дальше, если ты раненый служитель, о боже мой, вспоминаю свои молодые годы.
О, моя жена может рассказать. Вы знаете, я благодарю Бога, что в 2000 году не было ни Твиттера, ни Фейсбука, никаких там... Я бы всех в ад послал! Я был псих, которого там на цепь надо было где-то в поле вешать. Я бы гнев Господа Бога Саввофа сводил на всех. Некоторые меня знают, как я там психовал. Я благодарю Бога, что не было вот этой социальной хрени всей. Я бы там всех затопил, утопил, затегал всех, замочил бы всех. Поэтому очень аккуратно, если ты раненый, обращайся с соцсетями, потому что иногда что-нибудь сотворишь, потом не вырубишь, назад уже ничего не сделаешь. Да. Некоторые прям сейчас идут, о, боже, что там было? Если есть опция delete, сделай delete. Но некоторым нужно пройтись по Фейсбукам, там, знаете, везде по своим соцсетям, и там некоторые что, поудалять, потому что это творение не то, что Бог хотел видеть на этой земле. Окей. Ну ладно, соцсетей трогать не будем, это отдельная тема. Смотри. Итак, если ты раненый служитель, то все, что ты будешь делать, молитвы, проповеди, все твои решения будут построены на том, чтобы все увидели, какой ты великий. Как ты все можешь. Как ты все организуешь. Показуха будет везде. То есть там никто ничего знать не будет. Там все в шоке. Там 3 человека с половиной бегают там в шоке. А у тебя там простор, и ты там всем картины пиаришь. Гляди, какая движуха. И... Фу! Успокойся! Дай Богу выйти через тебя, через... Служитель, я помню себя, Боже мой! Да ну не ври, не ври, сколько у тебя человек в церкви, не ври! 3 у тебя! Перестань считать тараканов, пауков и котов! 3 с половиной. Это включая тебя и жену. Я о себе, кстати, это ни в кого. Я помню, такие понты колотил. Боже мой. О, Иисус. Спасибо тебе, что ты меня остановил. Некоторых Бог сейчас останавливает, наручник затягивает. Ты рвешься, это атаки дьявола. Бог говорит, меня по-разному называли. Смотри, если ты раненый, тебе будет предоставлять удовольствие ранить других. Все понимают? Даже в твоих высказываниях будет прослеживаться. Ты даже будешь благодарить людей, которые пришли к тебе, чтобы те, кто не пришли, почувствовали позор. Спасибо вам! Ты говоришь сейчас не той, который был, например, да? Вот тебя вот, да? Вот? Ты говоришь вот тому, кто не был. Спасибо вам, что вы пришли! Вы навестили! Обняли! Не, ну давайте уже вглубь пойдем, а? Ну честно, так честно, я помню свои понты, боже мой. Самому противно от своих было шедевров. Сейчас передумаешь и думаешь, Света, какая благодать Бога была, что не было соцсетей в то время. Это ж бы ужас было, это сейчас бы везде выставляли. Ха-ха, вот оно. Идем дальше. Итак, если ты раненый, тебе будет предоставлять удовольствие ранить других. Потому что подсознательно ты будешь желать, чтобы все чувствовали, что ты чувствуешь. Знаете, почему раненый ранит? Потому что он хочет поделиться тем шедевром, который он носит. Раненый будет ранить, злой будет злить. Почему? Потому что он передает свою натуру. Вокруг него всегда будет то, чему... Все будут именно такими, какой он в процессе, кто будет рядом, будут заражаться и будут носить это ДНК. ДНК Творца. Добрая ДНК, злое ДНК, ненавистная ДНК, положительная ДНК, славная ДНК. Окей? Смотри. Дальше. Если ты любишь, то тебе будет предоставлять удовольствие делиться счастьем. Все понимают, да? Просто так, ни почему. Пришел, подарил, пришел, обнял, пришел, благословил, пришел, просто пожал руку. Почему? Потому что ты, смотри, тебе будет удовольствие предоставлять делиться счастьем, потому что подсознательно, слушай, ты будешь желать того же. Будешь желать того, чтобы все чувствовали настоящую любовь. Вот смотри, тебе хорошо. И ты смотришь, слушай, подошел и поделился. Понимаешь? Тем, что в тебе есть. Сотворил еще что-то, чего раньше не было. Смотри.
Ты сам не будешь понимать, но у тебя просто будет желание делать людям приятно. Потому что, потому что этим ты наполнен, и это является твоим главным ингредиентом. Ингредиент доброты и ингредиент просто служить, любить. Все понимают, да? Поэтому, дорогие, просто сегодня задумайся, ингредиент какой в тебе? Состояться, доказать всем что-то. Ингредиент боли, ингредиент гордости. Ингредиент может быть какой-то раны. Ингредиент может быть какого-то счастья, благословения. Может быть, ты наполнил чем каким-то даром, который ты просто хочешь поделиться с людьми. Чем ты наполнен сейчас? И ты, я тебе честно говорю, вот то, что наполняет тобой, оно будет прослеживаться от твоей молитвы до варения картошки. Вот серьезно, у тебя даже каждая картошечка будет отполирована, у тебя даже все будет сварено на тарелочке. Почему? Потому что эта любовь, она будет по цепи отражаться на все, что ты делаешь, говоришь или производишь. На все. Твои дети даже будут одеты из-за ингредиента, который в тебе. Иногда смотришь, как дети одеты, и думаешь, боже мой, что утром было у этих людей дома? Нам, знаешь, вот эта пуговица на вот это вот здесь... И малой стоит. Ты понимаешь, что ребенок оделся сам. Ты понимаешь, что он нафиг никому не нужен. И он тут прославляет впереди. У него нету мамы и папы. Мама и папа там с ингредиентами еще не разобрались. Вот это продукт их ингредиентов вышел. Вы понимаете, что все будет по цепи отражаться? Твои дети даже одеты будут по твоему настроению. Все зависит, одежда ребенка зависит от настроения мамы и папы утром. Тишина настала. Гля, мы о реальных вещах так говорили. Давайте о чем-то духовном, что такое какое-то. Сейчас все резко посмотрели на своих детей. Ну, некоторых не посмотришь там в комнате. Ну-ка, идем дальше. Твои дети будут воспитываться с оттиском твоей проблемы. Твой супруг будет жить с оттиском твоей проблемы. Все твои решения будут приниматься на почве твоих проблем или ран. В процессе все это станет твоим наследием и твоей наградой, твоим персональным оттиском Творца. В процессе вы видели людей, с которыми не хотят быть ни их дети, ни внуки. Потому что это вот то сидит, то что-то в углу, которое там... Вы знаете, честно... Нет. Кто-то понимает, да? Что есть дедушка и бабушка, которым ты точно, это каторга. Нет, мама, нет, только не каникулы к этим зомби. Ну, есть дедушка и бабушка, которым ты... Хочу. У кого были такие дедушки и бабушки? О, боже, у меня были. Вы понимаете? И у тебя такое раздвоение. Там хочу быть. Там, Господи, спаси, сохрани. Приезжаешь, вместо того, чтобы на каникулы дед лопату в руки огород копать. Кто-то помнит такое детство? И ты... Я деда терпеть не мог. А выхода не было. Нет, честно. Он постоянно был скряга. Мама знает это. Она сама его боялась по жизни. Что-что, но деда обходила и она, и я. И дочь, и внук, и внук. И дедушка спит. Пусть, блин, спит. Не дай бог, я его разбужу. Нет, это из жизни. Это реально. Если я уходил гулять, я возвращался в 2 ночи. Угадайте, почему? Чтобы дед спал. Я ухожу, он спит. Я прихожу, он спит. Потому что вот сейчас он хоть творит то, что никого не трогает. Твори, дед. Серьезно. Некоторые люди говорят, ну нельзя так говорить, дорогие мои, это реальность. Я не то, что его там ненавидел, я просто его обходил стороной. Далекой-далекой стороной. Потому что все, что касалось деда, никогда не было позитива. Это настоящая история из жизни. Вот мама может подтвердить все слова, она так была воспитана. Окей? Все, так касалось некоторых людей, только хорошее. Дорогие мои, давайте о жизни, давайте о реальности. Давайте о настоящем, то, что в нашей жизни сейчас, на данный момент. И я научился, и вы знаете, я вырос. Я с маленького, как я только помню, стал, до того, как в Америке дед уже ушел к Господу, да? То есть я о нем не помню ничего хорошего. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? Я пытаюсь
но я не могу. Нет, честно, это, я был шокирован. Я просто сидел и думал, что я напрягался вспомнить что-то хорошее. Я не мог вспомнить ничего. Самое хорошее было в моей жизни по отношению деда ко мне, это что он меня просто проигнорировал, и у меня уже был счастливый день. Кто-то понимает меня? Он просто меня не заметил. Задрых в своем кресле. Серьезно? Вот это наше творение. И некоторые люди думают, он ничего не сотворил. Нет, он сотворил вот это его творение. Все обходят его стороной. Его жена обходит стороной, его дети обходят стороной. Все внуки обходят вот 3-километровый этим обходом. Смешно? Реальность. Посмотри. Также все твое творение, что бы это ни было, если в нем оттиск ненависти, гордости, страха, этот шедевр привлечет именно эту категорию людей. Все это будет происходить подсознательно. Все понимают? Вы заметили, что на вот такой стиль музыки собирается вот такой стиль людей? Все понимают? То есть мы должны понять, что когда Творец творит, и даже это что-то отвратительное, именно отвратительные будут привлечены продуктом отвратительным. И они будут вместе потом сидеть и продолжать творить дальше все. Окей? Творцы. Смотри. Итак. Ненавидящих будет привлекать творение с ингредиентом ненависти. Послушай. Песни с ненавистью, высказывания с ненавистью. Также и со всеми остальными ингредиентами. То есть, другими словами, все с ненавистью будет привлекать тебя. Вы заметили, какой-то смотришь, человек, который, ну, вы знаете, когда ты в соцсетях находишься, ты много будешь видеть разных людей. Все понимаете, да? Даже по маленькому высказыванию ты сразу можешь увидеть все ингредиенты боли, гордости, страха, ненависти. Сразу, вот он. Все, в одном этом. И ты чисто, серьезно, и ты иногда удивляешься, слушай. И самое интересное, что нормальные не прокомментировали. Вы заметили? Смотришь, присоединилась группка к вот этому человеку, таких же. Да. Пошли они все нафиг. Лесом. Да, все они. Смыли. Вы заметили, да? И комменты пошли. То есть, вот творение, и вот аудитория. Послушай. Ненавидящих будет привлекать творение с ингредиентом ненависти. Песни, высказывания, стихи, движения, всякие ролики, видео, что угодно. Это все будет вот именно оно вот тут крутиться. Очень серьезно задумайтесь сейчас. На данный момент, что является твоим главным ингредиентом творения? Что ты подсознательно добавляешь во все, что ты говоришь и делаешь? Подсознательно. Оно есть, ребята. Оно есть у всех. У меня, у тебя, у них, у всех. Мы, не замечая того, подсознательно добавляем ингредиенты, которые в нас. Ты даже если честно, холодно, непредвзято подойдешь к себе и прочитаешь все, что ты писал, делал, творил, ты даже честно можешь себе ответить. Вот читай свои вот все вещи, как будто не ты их писал, а как будто писал человек. И просто подойди к себе честно, и ты увидишь ингредиенты боли, ингредиенты какого-то извращения или наоборот. Вы заметили, как интересно, вот утром кто-то просыпается, и у него хороший день. Все знают, что у него хороший день. Он фотает все бабочки, травинки, цветочки, радугу, горы, солнышко. И он смотрит, 20 сегодня было картинок. И все это с ингредиентом любви. У него просто хороший день. Потом, знаете, как я знаю, что у него плохой? Не выставил на следующий день ничего. Это хорошо. Пусть об этом никто не знает. Потому что как выставишь. Фу. Потом держись. Смотри. Сейчас дойдем до сути. Смотри. Итак, что ты подсознательно добавляешь во все, что ты творишь? Если этот ингредиент не является чистым и полным настоящей любви к Богу и ближнему, вы поняли самый главный ингредиент, который должен быть? Это то, что сказал... что сказал Иисус, отвечая на то? Самая главная заповедь Библии. Другими словами, давайте перефразируем так. Самый главный ингредиент человека. Все. Из чего? Другими словами, Иисус ответил, сказав, чем Он движим людям. Какая самая важная заповедь в Библии? Возлюби. И возлюби ближнего,
как самого себя. Другими словами, себя любить может только тот, кто удовлетворен, счастлив, наслаждается жизнью. И когда это происходит, другими словами, вот главный ингредиент – любовь к Нему и любовь к Его творению. И вот это, вот так Иисус двигался, так двигались пророки – любовь к Богу и любовь к творению. И, естественно, здесь подразумевается ненависть к дьяволу, который уничтожает творение Бога. Все понимают, да? То есть это уже само собой разумеющееся. Но все ингредиенты… Даже если, слушай, даже если ты уберешь первые вот это два ингредиента вот эти, да, которые Иисус сказал, что это одно и то же, окей? Любить Бога, любить ближнего, как самого себя, это одно и то же. Вторая подобная ей заповедь, да? Если ты это уберешь, и ты, у тебя же, когда ты любишь Бога и любишь ближнего, у тебя есть ненависть к дьяволу и все, что он делает здесь и извращает над детьми Бога. Есть. Можешь себе представить, если ты убираешь первую заповедь и оставляешь всего лишь ненависть, У тебя не будет правильного баланса творения. У тебя все будет с ненавистью. Даже ты будешь выражать ненависть дьяволу, и это будет не духовная Божья ненависть, это будет персональная ненависть к сатане. И там будут и грязи, и там будут там вульгарные слова, грязные. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть из тебя... Почему? Потому что вот даже твоя ненависть, слушай внимательно, даже твоя ненависть, которая была у Иисуса, кстати, это можно проследить везде, ненависть должна быть отбалансирована самым главным ингредиентом жизни. Это любовь к Богу, любовь к ближнему. Все со мной? То есть даже если ты полон гнева к религии, у тебя ты должен быть полон любви к нему и к человеку. Я видел людей, которые полны ненависти к религии, они уже не подходят к религии, они начинают рвать пасторов, которые под религией, понимаете, да? Называть имена церкви, идти туда и разрушать все. Покайся, остановись, ты не имеешь права это делать. Иисус ни одну синагогу не разрушил. Он вышел в сторону, набрал команду и построил новое, потому что его ненависть к религии базировалась на любви к Богу и ближнему. Я не просто ненавижу дьявола, я ненавижу его, но главный ингредиент – это любовь к творению Бога, к Богу и к его церкви, которую мы строим на земле. Все понимают? О, я, воздай. Воздай ему славу, это прекрасно. Так, время, есть время. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотри. Итак, идем дальше. Ты не можешь не творить. 100%. Но ты можешь выбрать, из чего ты будешь творить. Запомни это. Ты не можешь не творить. Вы знаете, когда у меня плохой день, вы нигде ничего просто не увидите. Пастору сегодня плохо. Ничего нет. Нигде. Почему? Потому что не надо, чтобы вся Ивановская знала, как тебе хреново. Все узнают. Послушай. Итак, ты не можешь не творить, но ты можешь выбрать, из чего ты будешь творить. Запомни, все, что ты будешь творить, будет нести твою радость, счастье, любовь или гордость, отверженность, ненависть и остальные ингредиенты. Оно все будет нести. Ты это, может, даже не будешь прослеживать. Оно будет просачиваться везде, в мысли, в поддевках, в каких-то шутках. Даже твои шутки будут основаны на том, чтобы задеть кого-то и обидеть кого-то. Все понимают? Вот оно. Смотри. Итак, вспомните Авессалома. Давайте возьмем Библию. Вот она, Библия. Кто помнит Авессалома? Один из красивенных сыновей, так Библия говорит, он очень был красив. У него сестра была Фамарь. Помните, да? Жизнь Авессалома. Это, я так скажу, это портрет ингредиента боли и смерти с болью. Послушайте, мы ничего с вами не знаем об Авессаломе, только где он рождается, и мы на нем начинаем слышать там, где Амнон переспал, изнасиловал его сестру Фамарь, то есть там были приемные братья и сестры, понимаете, да? То есть там было много жен, и от одной жены вот эти, другой те. То есть, другими словами, это была его сестра, но это была его некровная сестра, это была сестра по отцу, но не по матери. И получается, Амнон, все помнят, да? Я не буду вдаваться в подробности, все эту историю знают очень хорошо. И просто проиллюстрирую некоторые моменты, чтобы освежить это в вашем понимании. Итак, мы начинаем слышать об Авессаломе не как о великом человеке, а как о человеке, который возненавидел Амнона. Можете представить, все, что мы знаем об Авессаломе, вся его идентификация, главный ингредиент жизни Авессалома был ненависть к Амнону и жажда мести. Все понимают? Если кто-то мне не верит, перечитайте все. Это очень длинная история. Я так скажу, это уникальнейший урок жизни. Пожалуйста, прочитайте. Если кто-то не читал ее всю, обязательно прочитайте историю Авессалома в Библии. Да? Итак, это Второе Царство. Вы можете там, если будете читать, будете начинать с самого начала.
Итак, 2 Царств, 13 стих, окей? 2 Царств, 13 глава, 20 стих, окей? 2 Царств, 13 глава, 20 стих. Смотрите, с чего мы начинаем слышать. Когда Амнон переспал или изнасиловал свою сестру по отцу, не по матери, и просто вышвырнул ее. И мы начинаем читать с 20 стиха, 13 глава. «И сказал ей брат ее Авессалом, не брат ли твой Амнон был с тобой? Успокойся, сестра моя, он твой брат». Он вроде сказал все правильно, но здесь было не это. «Не принимай это близко к сердцу». Естественно, он как брат пытался успокоить свою просто уничтоженную сестру. Читаем дальше. «И жила Фома, обесчещенная женщина, в доме своего брата Авессалома. Когда царь Давид услышал обо всем этом, он сильно разгневался. Авессалом же не сказал Амнону ни одного слова, ни хорошего, ни плохого». И вот ключ. «Но возненавидел Амнона за то, что тот обесчестил его сестру Фамель». Все понимают, о чем? И вот. Затем вся жизнь Авессалома базируется на том, чтобы запланировать пир для детей Давида. Помните, да? Он закатывает прекрасный пир. Я просто своими словами быстро скажу, все знают историю. Он закатывает пир, и он говорит одному из своих слуг, когда там будет гулянка, плясалки, когда все хорошо выпьют и будет всем хорошо, уничтожить, зарезать брата, просто убить его. Это происходит. Что происходит? На почве убийства брата Авессалом, как преступник, сбегает. Помните, да? Много лет проводит в бегах. Потом все-таки Давид скучает за своим сыном, и он начинает его разыскивать. Он принимает его, разрешает ему жить. Другими словами, Давид прощает Авессалома, но, естественно, разрешает ему жить. И что получается? У Авессалома зарождается вот это не только, потом из-за этого рождается отверженность, окей? Отверженность и боль. И здесь что получается? Он теперь, можете представить, теперь те же самые ингредиенты начинают работать против Давида. Теперь он начинает много лет, можете представить, почти всю свою сознательную жизнь, Авессалом – это был враг всего Божьего, всего чистого и благословенного. Теперь Авессалом делает заговор. Как он делает заговор? Приходят люди всегда через дом Авессалома, потому что дом Авессалома был по пути к замку Давида, да, к его дому. И он всех кричит: если бы я был царем. Таким образом, он отравляет вот этой болью весь Израиль. Он заражает их вот этим ингредиентом предательства, боли, ненависти. И что получается? Он делает заговор. И когда он чувствует, что Израиль хорошо заквасился его любовью, окей? В кавычках. Тогда он делает заговор, захватывает дом царя, насилует. Можешь себе представить? Это просто ненависть к Амнону перерастает просто в ад. В ад. И это становится оттиском Творца Авессалома. Все понимают? Дорогие, я умоляю вас, распознайте ингредиент сейчас, чтобы потом он не уничтожил вашу жизнь. Я умоляю вас, все началось просто с чистой, можно так сказать, любой бы с ненавистью отнесся к тому, кто изнасиловал его сестру. Любой нормальный человек. Но есть прощение, есть понимание, есть какие-то моменты, где можно разрешиться. И я уверен, что Давид бы, может, и наказал Амнона по-своему, да, но не убил бы его. Потому что он все-таки сын был и так далее. Там можно понять и одного, и другого, но мы туда не вмешиваемся. Мы идем по истории. Итак, история говорит, что все началось с ненависти за изнасилование. Вроде как бы честь, да? Но это ингредиент гадкий, который сожрал Авессалома. В процессе, можешь себе представить, он настолько ненавидит Давида, своего отца, и ненавидит все, что Бог делает, и это царство. Он ставит палатку на самом бедном месте и насилует всех жен, которых Давид не забрал с собой и оставил, чтобы все видели, насколько он ненавидит своего отца. В процессе, вы знаете, чем все это заканчивается, он виснет на дереве на своих длинных красивых волосах и получает 3 стрелы в сердце.
Вот так заканчиваются личности, вот так заканчивают жизнь люди, которые не разобрались с ингредиентом Творца, которые оставили это оттиском, печатью своего творения. И через все, чего касалась рука Авессалома, было проклятие, боль, разруха, насилие, слезы и в конце смерть. Все понимают, о чем я говорю? Дорогие, я умоляю вас, никогда, но это не я. Дорогие, вы даже не представляете, в каких монстрах мы можем вырасти, и наоборот, в каких славных детей Бога мы можем вырасти, если в нас правильные ингредиенты Бога. Если я действительно решил разобраться со всеми вещами в своей жизни и сказать, не будет вот этой части в моем творении, в моих мыслях, первое творение начинается вот здесь. Второе творение начинается на языке. И третье творение, это начинается физическое творение руками. Когда уже мысль переходит в слова и потом переходит в действие. Вот этот момент, пожалуйста, заметьте. Дальше. Смотри, ненависть, непрощение, зло захватывают жизнь Авессалома. И именно это становится главным ингредиентом всех его последующих творений. Затем Авессалом убегает в другую страну и практически все возвращается, делает заговор и его убивают. Вот конец, вот такой страшный окончание жизни человека, который творил и имел ингредиент ненависти и непрощения. Итак, главный ингредиент всего творения Авессалома – это непрощение, боль, отверженность и ненависть. Это стало его наследием, и в процессе это стало его наградой. В процессе этот ингредиент наградил его медалью, которая состояла из трех стрел в сердце. Дальше. Еще один случай – очень уникально. Я буду заканчивать. Еще один момент из Библии мы будем заканчивать. Я не могу сказать о негативном, и чтобы не сказать о позитивном. Двигаемся к такому человеку, как Иосиф. Кто помнит Иосиф? Все помнят. Иосиф. Скажите мне, с ним всю его сознательную жизнь поступали справедливо или несправедливо? Отвратительно. Даже то, что он был любимым отца, он был, не был достоин такого кошмара, через который провели его братья. Никакой человек, как бы он ни говорил, он не достоин вот этого ужаса, через что провели. Его не... И можете представить, это то, что его продали, это просто брат Рувим вымолил. Его хотели убить и зарыть в той яме. Он вымолил, он говорит, давайте хоть продадим его. Дорогие мои, можете себе представить, они умоляют, он умоляет смиловаться над своим братом, да? Рувим это был родной его брат, так я помню, да? Если правильно помню. Рувим это был его родной брат по маме, их было всего лишь двое, а все остальные были от этой... Нет? Рубен, нет, а как же его звали? Вениамин, Вениамин, сори, Вениамин, спасибо, поэтому я и переспрашиваю вас. Вытащил его Рувим, да? Окей, хорошо, в любом случае, история не на этом, не на точности и последовании, а на том, что он не был достоин, что с ним произошло. Его смиловались и продали в рабство. Смотри дальше. Что делает он? Он попадает, его продают. Никто не достоин этого. Он становится одним из рабов в доме Потифара. В процессе, можете представить, в сердце этого человека столько любви и позитива, что он из лимонов делает лимонад. Везде. Везде. Потому что, можете представить, он даже не допустил этому кошмару. Он бы мог сидеть там, свою там петрушку сажать и все там. Да пошла оно, да пошла, да пошли вы все. Дорогие мои, ну нормальная реакция человека, которого продали. Он сажал эту петрушечку с такой любовью, что Потифар высек его, говорит, иди сюда. Все понимают, о чем я? Говорит, ты настолько уникален. Можете себе представить, ингредиент прощения и любви был с самого начала. Другими словами, он... все понимал. Он с самого начала уже братьям простил, иначе бы не было вот этой любви во всем творении. Можете представить, даже после предательства, даже после того, как жена Потифара предала, и Потифар его отдал в темницу, и там не было ингредиента боли и непрощения, и ненависти. Он просто сидел, да, он огорчался, да, ему было неприятно, но он не мстил никому, не мечтал мстить, он не мечтал, вот выйду, всех зарою, твари. То есть он четко, абсолютно осознавал. И он уже решил, что в тюрьме он будет опять навсегда. И там из лимонов лимонад сделал. И там стал самым главным надзирателем над всеми. Ходил спокойно, слушал. Другими словами, можете представить? Некоторые люди говорят, это жизнь у меня проклятая. Ты можешь из проклятой жизни сделать лимонад. Можешь из тюрьмы стать на самой высшей позиции. Можешь в рабстве подняться до позиции управителя. Только из-за того, что у тебя в сердце правильные ингредиенты. Только из-за того, что тобой не движет ненависть или там мщение, или зло, или непрощение, тобой движет любовь.
Абсолютное. Знаешь, что он сказал? Знаете, мне его слова понравились. Мы сейчас прочитаем место, где братья, когда отец умер, они перепугались. Они сказали: все, нам капец. Нас папа просто охранял, если папа сейчас умер, Иосиф нас сотрет в пыль. Вы знаете, что он сказал? Он даже говорит: ребята, это не вы, это Бог. Можете себе представить, человек настолько был мудр, что он сказал, что через все это провел меня Бог, чтобы помочь вам. Это не просто была мудрейшая личность. Можете себе представить, Иосиф еще в худших обстоятельствах был, чем Авессалом. Авессалома никто не продавал, не сажал, не издевался, рабом он не был. Но в него просто пошла вот эта ненависть. В конце закончилась смертью. С этим произошли ужасные случаи через всю сознательную жизнь взрослого парня и потом мужчины. И он решил основать свою жизнь на мудрости, что это допущено Богом. И ингредиент любви, сострадания в нем был. Смотри, давайте смотри. Уникально с Иосифом поступили отвратительно, начиная от братьев, которые предали, заканчивая Потифаром, который, не разобравшись, бросил его в тюрьму. Но Иосиф не сделал предательство, отверженность ингредиентом своего творения. А наоборот, даже признал, что если бы его не продали, то он не смог бы спасти свою семью от тюрьмы, от голода, извиняюсь. Давайте прочитаем вот это место. Бытие 50:15. Маленькая история, где братья боятся за свою жизнь. И он их успокаивает. Смотри. Итак, Бытие 50:15. После смерти Якова братья Иосифа стали опасаться, что Иосиф все еще разгневан на них. Знаете, кто так думает? Тот, кто поступил против человека, очень страшно и коварно. Чтобы столько лет, их уже дети выросли, бояться за свою жизнь. Смотри дальше. Это значит, они знали, что они сделали, окей? Они знали, как они поступили. Разгневан за них, что они сделали много лет назад. Может быть, Иосиф все еще ненавидит нас за то, что мы сделали. Смотри, это они между собой говорят. Говорили они. 16 стих. «И послали они сказать ему: отец перед смертью велел нам что-то передать тебе. Скажите Иосифу, — сказал он, — что я прошу его простить братьям зло, которое они ему причинили. И вот теперь мы просим тебя, Иосиф, прости нас, слуг Бога твоего отца, за то зло, что мы тебе причинили». Другими словами, братья уже там 1000 раз раскаялись, все понимают, да? Они там реально раскаялись, и вот сейчас опять раскаиваются еще раз. Смотри, «прости нас, слуг Бога отца твоего, за то зло, которое мы тебе причинили». Иосиф был очень опечален этим посланием и заплакал. Можете себе представить, какая честь была в сердце этого человека? Сидит один из самых великих людей, которая, то есть только после фараона, и то фараон даже без него не принимал решения. Он всех к Иосифу отсылал. И он сидит, и его это убило. Потому что Иосиф-то думал, что он доказал своей любовью, что братья его приняли. И здесь он огорчен тем, что они до сих пор думают, что он носит в сердце ненависть. Он просто огорчен. Вот опять показывается человечность человека. Можете себе представить? Вот шедевр творения или оттиск Творца Иосифа. И смотри, что продолжает. Скажите мне, каким мы знаем Иосифа? Какой оттиск оставил нос? Честь, чистота, преданность и посвящение, и настоящая любовь. Вот это то, что Библия нам оставила за Иосифа. Мы знаем, что у Иосифа, может, были и какие-то проступочки, может, ошибочки. Но, дорогие, но эти проступки и ошибки никогда не стали ингредиентом его судьбы. Но он сделал ингредиентами своей судьбы честь. Он не переспал с этой женщиной, хотя мог бы, жил бы как по маслу. Можете себе представить, теперь ему не только принадлежит все Потифара, теперь он еще спит с его женой. Другой бы сказал: ты что, дурак? Другие рабы сказали: ты что, идиот? Да быстрее в кровать. Жить будет. Кто-то понимает, о чем говорит, да? А он говорит: как я могу это делать зло перед тем человеком, которого, другими словами, он уважал Потифара настолько, он говорит: Потифар мне доверил все. Говорит: я не прикоснусь. Можете представить, у него было две вещи. Он не прикоснулся к жене Потифара не только потому, что он был честен перед Богом, это 100%, он был честен перед человеком. Он был честен перед мужчиной, который настолько его любил, что даже разрешил жене общаться с ним вот так в открытую. В доме ходить как не как слуге, а как хозяину. Смотри, какая честь. Читаем дальше. Иосиф же ответил, смотри, Иосиф был опечален этим посланием и заплакал. 18 стих. «Братья пришли и низко поклонились ему, сказав: мы слуги твои».
Иосиф же ответил: «Не бойтесь меня, я не Бог». Можете себе представить, что он сказал? «Не бойтесь меня, я не Бог». Вот оригинал, современный перевод говорит: «Я не Бог, ведь я не имею права вас касаться и судить». Смотри, «я не Бог». «Правда, что вы замыслили против меня худое». Он не отталкивался, он все понимал, он не прятался от этих вещей, не делал все нормально. Нет, он говорит: «Я знаю, что вы сделали зло против меня. Я абсолютно понимаю, смотри». Но он настолько умел отделить злое и понять, что во всем есть воля Бога. Смотри дальше. «Правда, что вы замыслили против меня худое, но Бог», смотри, как он это объясняет, «но Бог назначил мне доброе по промыслу его». Другими словами, это все Божий замысел. «Я послужил к сохранению жизни множества людей, как и случилось до сего дня». 21 стих, смотри, что он говорит. «Так не бойтесь же, я позабочусь о вас и о ваших детях». И он успокоил их, говоря добрые слова. Вот ингредиент творения Иосифа. Родные, вот что должно нами двигать. Жизнь тебя не застрахует от предательства, от боли, от кидалова, от кошмара. Не застрахует. Но ты можешь принять решение, какой ингредиент будет в твоем сердце. Вот два человека, Авессалом и Иосиф. Вот и два последствия. Один ушел величайшей личностью, другой умер в позоре, повешенным на своих же собственных волосах. Фу. Изнасиловав, да, жен Давида. То есть история мрачная и тяжелая. Дальше. Смотри. Иосиф решил сделать главным ингредиентом своего творения прощение, любовь и благословение. И это стало его наследием, его наградой. Именно поэтому Иосиф был вознесен Богом до величайшей позиции. Итак, последняя мысль, я заканчиваю. Запомните, дорогие, все, чему ты позволил овладеть тобой, хочешь ты того или нет, в процессе будет обладать твоим творением. Амин. Воздайте славу Богу, я закончу. Давайте мы встанем. Давайте мы поднимемся. Сейчас пусть давайте возьмем минуточку. Просто одну минутку. Реально, просто склони свою голову, не надо сейчас кричать. И просто вникни в себя. Эта тема не просто развлечь тебя или пастору нужно что-то сказать. Нет, дорогие, каждая тема выбирается очень долго. Я промаливаю эти вещи, умоляю Бога, чтобы не бить, знаете, в мимо цели. Дорогие, я знаю одно, что если я здесь говорю это кому-то необходимо. Я знаю свой элемент. Я знаю одно, сейчас просто спокойненько, не смотри постоянно, просто закрой глаза, склони голову и просто вникни в себя. Если ты человек, который счастлив, добрый, любвеобильный, да тебе спокойно жить. Тобой ведут ингредиенты славы Бога, любви, сострадания, нежности. Так же самое, если ты человек, у которого горечь, ненависть, боль, все твое творение будет сосредоточено на этом. База, твой фундамент будет из-за боли. Я прошу тебя, просто вникни в себя, тихонько, не надо кричать, и просто скажи: «Отец, любимый Дух Святой, вырви у меня этот кошмар, вырви у меня эту боль, и я не хочу творить с ингредиентом ада. Я не хочу, чтобы во всем моем творении прослеживался оттиск сатаны. Я не хочу, чтобы сатана, плоть, грязь вмешивалась в мое творение, которое должно пропитано быть небом, любовью, чистотой, состраданием, нежностью. Бог, коснись. Коснись это поколение. Бог, я знаю, это послание кому-то очень необходимо. Я молюсь за всех, кто смотрит нас в онлайне, все эти тысячи людей. Бог, я прошу Тебя, многие из них через письма, которые присылаются в центр, мы слышим боль. Пусть эта боль не станет главным ингредиентом жизни. Во многих свидетельствах чувствуется просто кошмар, предательство. Я умоляю всех вас, пусть это не станет ингредиентом вашего творения. Пусть это не будет оттиском Творца. Не твори это. Отпусти. Отпусти. Дай Духу Святому войти и исцелить все раны, всю боль.
Не прячься! Встреться с болью! Реши с ней проблему! Иисус, коснись! Иисус, коснись! 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 Исцели наши сердца! Исцели наши сердца! Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Воздай ему славу. Иисус прекрасный. Иисус прекрасный.